И всем привет, дорогие друзья, с вами Black Frizen, и сегодня, как вы можете, наверное, заметить, может быть, догадались, вот сейчас вам покажу вот тут все, что тут происходит. Опа! Поняли где? Поняли? А я нахожусь на карте «Привет, сосед». И в этом доме находится сосед, и мне нужно, короче, моя задача проникнуть в подвал, чтобы он меня не заметил. А он может расставлять ловушки, камеры может расставлять, а вот он, кстати, стоит. Вот он сидит. Что-то там делает. Давайте-ка подойдем, посмотрим, что он там делает. Ну-ка, просто сидит. Просто так, куда-то пошел. Ладно, у меня в доме, смотрите, есть, короче, камушки. Вот они, да. Есть камушки. Давайте-ка я два камушка возьму. И мы можем разбить сейчас стекло. Ему окно разбить и, короче, пробраться в дом. Но я думаю, это делать ночью, может быть. У меня где-то здесь есть фонарик. Ладно, короче, не знаю, как тут ночь работает, но... Ладно, мы все-таки сейчас пойдем. Я хочу первый путь испытать. Это окно. Так. Я забываю все время, как можно нужно выходить с этого дома. Так, собирать коробок, так, кстати, тут есть. Так, где он? Где он? Я его не вижу. Так, тут окна разбиты немножечко. Ну-ка. А, вот он сидит, ё-моё. Сидит. Ладно, так, уходим потихонечку уходим. Так, куда он сейчас пойдет? Мне интересно. Так, я надеюсь, он на кухню эту не зайдет больше. Потому что он как бы здесь был, а здесь, может быть, есть... Опа, коридорчик какой-то. Ну-ка, давайте-ка попробуем. А как... Как разбить? Погодите. Не разбивается? А, с неким шансом. Блин. Так, убегаем. Он меня заметил. Я попался, походу, на камеру. Я надеюсь, авторских прав нет. Ладно, тогда мы заберем больше камней. Кнопка. Ну, давайте 4 камушка возьмем. Попробуем, короче, добить то окно. Так, ну-ка. Он все время на первом этаже ходит. Он на второй вообще когда-нибудь ходит? Я его не вижу пока что. Возможно, он на втором этаже. Пробираемся. Значит, тут камера есть, да? Тут... А, что? А, нет, вот вижу. Ну-ка. Так, ну-ка. Опа. Ай! Капец! Ё-моё! У него там, короче, стоит камера. Значит, туда не надо. Значит, туда нельзя ходить. Он меня все время видит. Я не понимаю. Значит, нужно мне отправляться в другое окно. Потому что это окно не прокатило. Опа, у него дверь открыта. Ну-ка. Быстрее. Как? Я могу? Опа, могу. Давай. Быстро. Опа. Так, камера здесь есть. Ага, а как мы... Как бы мне ее обойти? Тихо, я у него дома. Так, офигеть, он камеры, конечно, везде поставил. Ну-ка, аккуратненько. Так, тихо, уходим быстро. Капец, он, конечно, камер понаставил, ё-моё. Так, мне срочно нужен план. А как мне к нему подобраться? Если у него там везде камеры, хорошо. У меня есть 4 камушка еще. Еще раз, значит, попытаюсь я пройти. Может быть, блин, как бы разрушить бы здесь, чтобы выйти. Ладно, я могу через ванну выйти. У него открыта здесь дверь. Это как бы все хорошо. Ну-ка. Опа. Так, ну-ка. Видел ли он меня? Так, ладно, все. Тихо. Надо посмотреть, где у него нет камер. Сидит такой. Ой. Ну что он там делает? Что-то делает. Так, ну тут камеры. Вот камера есть. Хорошо, надо попробовать сейчас, знаете, что сделать? Попробовать сесть в вагонетку вот эту. И попробовать... Что за фигня? Как? На что я наступил? Нифига себе, это что такое? Так, ну-ка, раз, два, три. Опа. Пробрались аккуратненько сюда. Опа, коробочка. Желтый ключ. Отлично. Тихо. Он не идет сюда? Нет, не идет вроде. Так. Уходим быстро. Нужно вот так вот сделать. Оп. Быстренько все позакрывать здесь. Оп. А куда? Нет. Я кое-что придумал. А я могу на ящик ставить? Или нет? Так, ну-ка. Где? Опа, собиратель ящиков. Ну-ка, иди-ка сюда. Ящик собрал. Так, у меня желтый ключ, да?
А я могу камеру как-то... А! Точняк! Я же могу камеру ломать. Ну-ка. А где здесь камера? Не понял. Не понял. А где здесь камера? Так. Все. Тихо. Домой. Я теперь понял. Я могу ломать камеры. Отлично. Это очень отлично. Так, где здесь камера? Ну-ка. Блин, не докинул. Ну-ка. Капец, он меня не заметил сразу же. А ну-ка, что это? Камера? Нет, это не камера. Так, попытка номер два. Попыточка номер два. Так. Чё здесь? Тут какой-то проход. А я не могу его открыть? Да, не могу. Ладно. Аккуратненько здесь. Все аккуратненько. Все сделаем. Быстренько, чётенько. Так. Ага. Камушек наготове. Опа. Так, тут ловушку он поставил. Нифига себе, у него тут картины. А как на второй этаж пробраться? Мне нужен подвал. Это подвал. Так. А как? Как выйти? Блин. Короче, так. Где-то у меня здесь была кнопка. Ее нужно взять. Редстоуновый фонарь. Затем надо ее поставить там, и, наверное, там откроется лестница. Я не знаю, но стоит попробовать. Ну-ка, давайте-ка туда пробежим. Отлично. Опа, давайте-ка посмотрим. Так, тихо. Он ходит где-то, что-то там делает, ё-моё. Это очень опасно, ребята, это очень опасно. Так, камеры. Ага. Так, тут какой нужен ключ? Не подходит, да? Не подходит. Ага. Так, а как мне тогда? Куда мне? Он на кухню часто ходит очень. Так, тихо. Как это сделать? Капец. Так, ну-ка, где мое снаряжение еще? Надо повыбивать ему, короче, все окна. Так, ну-ка, три не хватит. Значит, мне надо еще взять камушков. Так, ну-ка, тихо. А где тут камера сработала? Ё-моё, я же ее убрал. Не понимаю, как пробраться на второй этаж? Че за фигня? Как пробраться на второй этаж? Ну-ка, так, это что? Это синий ключ, у меня желтый. Хорошо, давайте быстренько сюда, опа. Так, компьютер, что делает компьютер, ничего? Так, тут коробочки есть, можно пособирать. Ага, а как на второй этаж пробраться? Как? Он там ходит. Ходит, бродит. Как? У него повсюду камеры стоят. Но он даже не догадывается, что их надо ставить обратно, там, что-то с ними делать. Ну-ка, на кухне что-то ест там, походу, да? Ну-ка, хорошо. Хорошо, тогда мы действуем план Б. Осматриваем полностью все окна его. Смотрим проходы, выходы, все, что может нам пригодиться. Так, здесь. Здесь что? Какой-то офис или что это? Так, тут нужен ключ один. Мне нужно сейчас найти, самое главное, это ключи. А вот где их найти, а? Так, ну тут окно разбито. Я уже разбил здесь окно. Хорошо, это что? Это что такое? Ну-ка, я могу это забрать? Так, ящики. А я ящик на ящик могу ставить? Так, а здесь что? Ну-ка. Как? Как это сделать? Я не понимаю. Он там ходит, что-то бродит. Где мне найти ключ? Мне нужен ключ. Срочно. Иначе все. Вроде тут нет ключей. Кнопка. Вижу кнопку. Так, и что эта кнопка делает? Куда ее можно? На редстоуновый фонарь. А-а-а, это от дверей этих. Хорошо. А ключ? Ключик, мне нужен ключ. Есть ключ? Здесь нет ключа. Опа, наверху, может быть, там что-то есть. Так, он там. Тихо. Ага. Так, а как эту дверь открыть? Я не знаю. Мне нужен срочно ключ. Где его найти, я не знаю. Так. Ключ! Мне нужен ключ. Вот где? Где найти ключ? Ой-ой-ой-ой-ой. Это я не вовремя зашел. Блин, я камень случайно... потратил. Так, тут что? Тут нет ни ключа, ничего. Где может находиться ключ? У меня есть желтый ключ, но я желтые двери не видел вообще. Так, тихо. Он меня пока не заметил, ё-моё. Так, красный.
А желтый, где желтый ключ? Я не знаю, что делать. Я не знаю просто-напросто. Это очень просто какой-то внимательный, очень крутой сосед, который замечает все вот как не знаю что. А, опа, зонтик. Чё за зонтик? А, муляж? Так он где-то там ходит. А я чё, не пройти не могу? Тут, короче, невидимые блоки, я не могу спрятаться тут. Так, быстро. А сюда могу? Опа, видите, я невидимый. Где он ходит? Так, здесь что-нибудь есть? Здесь ничего нет. Синяя дверь, желтый ключ, кнопка. Желтый ключ, синяя дверь. Опа, коробка. Я могу... Что-то тут есть? Нет. Где? Что тут открыть? Куда пройти? Что сделать? Коробка на коробочку. Опа. Опа. Ну-ка. Ладно, подождем вагонетку. Подождем и сейчас проберемся вот сюда. Не могу. Так, едет. Едет. Не могу. Не могу. Это очень... Очень-очень плохо. Это очень-очень-очень-очень-очень плохо. Точняк. Не могу. Тогда мне надо больше коробок собрать. Одну минуту. Опа, все коробочки быстренько собраны. Он там сидит на кухне. Что-то делает. А я сейчас проберусь вот сюда. Хорошо, хорошо. Очень хорошо. Так, раз, два. Отлично. Так, что это? Выкл камеры. Опа, выключить. Все, отлично. Камушки мы забираем с собой. А, так, опа, зеленый ключ какой-то. Зеленый ключ мне не нужен. Так, камушки нужны. Так, значит, нам туда. Понял. Так, пока что он нас не видит. Быстренько. А вот сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А, ну, хватит. Так, а ну-ка. Могу? Вот так, что ли? А как... А чё я не могу ломать таблички? Не понял. Может ломать таблички. Ладно. Опа. 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 Блин. Блин, тут какая-то картина была. Так, нужно сходить за камнями. Быстренько. Так, походу я не записывал, что я сейчас пробрался к нему на второй этаж. Ну ладно, так. Это он идет? Это он где-то ходит там. Ну-ка. Тут у нас чё? Опа. Че это такое? Могу ломать? Так, там какая-то, видимо, дверь. О! Нифига себе. Так, это что? Вилка и кнопка. Вилка, кнопка. Так, а вилка что делает? Вилка, это муляж. Ладно. Муляж, так муляж. Интересно, он здесь вообще бывает? Здесь когда-нибудь ходит? Так, ну-ка. А здесь? А че он камеры нигде не расставил? Не понял. Что-то как-то... А вот и вспомнил про камеру. Так, ну-ка. Музычка. Все, давай, прекращай. Так, тут целых две. Так, бежит. Тихо, он меня здесь не видит. Так, а ну-ка. Тихо. Он закрыл дверь. Как мне сейчас видеть? Как мне сейчас его увидеть? Блин, я ничего не могу сделать. Все хорошо, я выясню, что у тебя находится в подвале. Я выясню просто-напросто это, что у тебя находится в подвале. И все, ты мне не помешаешь, сосед, понял? Печенька и красная машинка. Ладно. Так, мне нужно, знаете что? Осмотреть вот здесь. Его нет. А здесь? Тут тоже ничего нет. Хорошо. А здесь что у нас? Опа! Кнопочка. Так, осматриваем быстренько все осматриваем. Бежим сюда. Так, тут ничего нет. Зеленый ключ у меня есть? Да. Есть. Отлично. Кнопочка. Хух. Сосед! Почти же, ё-моё. Ну что ж, ребята, все, я уже устал на сегодня. Короче, сегодня сейчас я ложусь, посплю, и ночью я к нему отправляюсь. Если вы хотите продолжение, то набираем на этом ролике очень много лайков, пишем много комментариев, что я хочу продолжение. Вот, и продолжение обязательно выйдет. Сразу же, как мы наберем, давайте-ка здесь... 30 лайков и выходит продолжение. Вот реально. 30 лайков и сразу же моментально выходит продолжение. Ну что ж, с вами был Black Freezen и сосед Коба, который вот он играл за него. Вот, всем пока.